возвратились на юг. Ой, мой преданный друг, меня вынес из вьюг и пожаров, и собралась вся знать в православную рать, чтобы натиск сдержать комиссаров. Остров Крым, остров Крым, тихо стелится дым и уносится вдали канонада. Мы останемся здесь, мы останемся с ним, ждет на небе нас Божья награда. Мы сюда прорвались, чтоб надежды сбылись, чтобы наши спаслись от расстрела. И на верность России мы здесь поклялись, там, где Кремль и Нева, нету белых. Остров Крым, остров Крым, я умру молодым, пуля стукнет в висок медным гонгом. Больше некуда плыть, ах, как хочется жить там, в России, здесь, а не в Гонконге. Обращение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла предоставляется наместнику Московского мужского Сретенского монастыря архимандриту Тихону. И сестры. Сердечно приветствую всех вас, собравшихся ныне на Графской пристани в Севастополе, месте исхода русской эмиграции. Сегодня мы молитвенно вспоминаем наших соотечественников, которые 90 лет тому назад из-за революционных событий оказались на чужбине. Они покинули Россию, но сберегли в своих сердцах православную веру и преданность Отечеству, сохранили русский язык и культуру, передали любовь к Родине своим детям. Залит кровью. Мало того,
казакам было обещано, и всем, кто сдаст оружие и снимет погоны, было обещано, что они вернутся в Россию гражданскими лицами и будут трудиться, если они принимают советскую власть. Очень многие из них, из тех, кто не ушел, остались здесь, сдали оружие и потом были безжалостно потоплены и расстреляны на этой земле. Это ложь и обман, которые окутали нашу страну, привели к совершенной катастрофе. Они привели к тому, что люди перестали ощущать себя частью единого, великого, целого, того, что называлось Россия. Что писал Дураверов? Тут прочли только одну строфу, причем первую и последнюю. Стихотворение величайшей силы. «Уходили мы из Крыма среди дыма и огня. Я с кормы все время мимо своего стрелял коня, а он плыл, изнемогая, за высокою кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной. Сколько раз одной могилы избегали мы в бою, конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою. Мой денщик стрелял не мимо, покраснела вкруг вода, уходящий берег Крыма я запомню навсегда».